Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу. Let's Шрек и Линч Гоголь. Бигерс. Сначала заявление. Пришла смс-ка из Москвы. Огромная просьба к вам. Выкладывайте, пожалуйста, Шрек и Линча Гоголя на YouTube. Очень хочется после того, как послушал, еще и посмотреть. Ну, не знаю, что вы там нашли интересного ради того, чтобы посмотреть, но мы это сделали. И поэтому с сегодняшнего дня Шрек и Линч Гоголь будет у нас на нашем сайте выкладываться в видеоверсии тоже. Я тоже не знаю, что там интересно. А вот это, что за девушка в углу в купальнике? Уйдите, пожалуйста, из студии. А лампа сидит. Ну, ладно, сидите. Я привел, не тебе ее выгонять. Все, молчите, главное. Друзья, как и весь, вся эта неделя, эфир на этой неделе, Шрек и Линч Гоголь у нас тоже необычный, потому что разыгрывается в два этапа. Был первый этап утренний. Да. И вот сейчас, значит, окончательное сведение счетов. Да. Утренний этап окончился со счетом 7-7-6. Именно Илья, мои. Илья, Толя, Леша. 7-7-6. Да. Я отдал ребятам такой небольшой гандикап, такую спасибо фору. Тебе. А сейчас планирую полноценно, конечно, догнать, обогнать, ну, с вашей помощью, само собой. Я думаю, большинство знает правила, поэтому коротко. Сейчас Даша внесет бескозырку Анатолия Кузичева, в котором будут бумажки. На бумажках написаны имена персонажей. Реальных и вымышленных, живущих и живших, мультипликационных, киношных, в общем, всех, любых. Основное их свойство, то, что, в принципе, большинство их знает. Ну, то есть там нету там ни первого учительницы Ильи, ни второй любви Анатолия Кузичева. Все есть. Их знают. Не 30-й любви Марины. А, кстати, 30-й любовь Марины там есть. Есть. А мы это... утром угадали, значит, уже не попадется все. О, смотрите на Илью. Да вообще, я понял, надо выкладывать это, конечно. Да, в YouTube. Друзья, да, давай, вы нам звоните по угадайте, телефону... кто сейчас начинает. 728, я, конечно же. Я. Почему ты? А потому что, да, то ты не доиграл. Я же не доиграл. Доиграл. Нет, мы прервались, когда у нас было там... Люди, которые утром нас слушали. 59-я минута. Я не доиграл. Кто утром следил за перипетиями Шрека Ильича? Я остался... Я он не доиграл. Он не доиграл, да. А ну, мне лег, кажется, ты нет. Просто спать лег. Он не доиграл. Ладно, друзья. Играют три команды Полякова, да, Савельева и Кузичева. Да. Начинаем, а там уже все поймут, если кто-то вдруг не знает. Да. Алло. Без всяких... Алло. Человек сказал в трубку. А, извините, алло. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Светлана. Это удача, Светлан. Света. А вы откуда, Света? Из Москвы, я надеюсь. Если я буду с вами, Анатолий, играть, тогда точно удача. Свет. Вам удачи. Сплюньте через левое плечо, постучите по дереву. Сейчас два раза через это самое обернитесь против часовой стрелки. И присядьте. А я уже, да, уже. А, все сделали, угу. Да? Так, Светлана, ну что, готова, да? Постараюсь вас... Урежем рок-н-ролл в этой дыре. Нет, я наоборот, да. Нет-нет-нет. Давайте попробуем и увидим, что же получится. Да-да-да, нет-нет-нет. Хорошо, все, Свет. Нет-нет-нет. А ты, Светлана, вот не та, вот это, готова? Запускай машинку. А вот главный герой мультфильма «Ребята, давайте жить дружно». Леопольд. Кто он? Кот. Животное. Кот, конечно. Животное. Так, знаменитый американский бандит. Бандит, который сел за неуплату налогов. Чикаго. Начало 20 века. Ну, кто там, Капоне? Да, правильно. А зовут его как? Какая жалость? Нет, не помню. Так же, как мужа Рамины Пауэр. О, стало легче. Феличита. Та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-та, Феличита. Рамина. Ага. И а вот точно не помню. Вот хоть и родилась. Фамилия у него была Бано. Тихо, Света. Бано. А? Помните? Бано и Рамина Пауэр. Может, Пачино? Пачино, как зовут? Аль. Ох. Пачино. Да, все. Богиня. В римской версии она Диана. А в греческой. А в греческом пантеоне она не представлена. В греческом пантеоне это группа «Рефлекс». Может, сейчас Свет сказала бы. А вы, она нам хрюкнула, а вы... Что вы сказали, Свет, простите? Молчу. А, все, ладно. Спасибо, Светочка. Ну, мы неплохо выступили. Спасибо, Свет.
умеешь ты людей зарядить позитивом, Анатолий. Человек из Саратова написал, зачем про бабу в купальнике сказали, мне пришлось в интернет лезть. Умеем мы, умеем заинтересовать. Япония маленькая здесь еще. Давайте напомним, что люди, которые могут прислать только смс, они звонить тоже могут поучаствовать в Шреке и Личе, а именно придумать фант, который два проигравших ведущих будут исполнять в эфире понедельника. Какой пони, правда, такая милая. Это ты делал, Лёх? Да, Лёха с женщиной пришел, я с пони. Как смешно. Ай! Кусается, сучка. А, алло! Это про женщину? Да. Здравствуйте. Как вас зовут? Пони. Владимир. Владимир, откуда вы? С Петербурга. Смотри, у Лёхи карандаш. У меня красивый карандаш. Где такой карандаш? На свет дала. Владимир, вы чем занимаетесь в обычной жизни? Я работаю с иностранными партнерами, телекоммуникациями занимаюсь. О, ну у вас широкий кругозор или шире видали? Ну, бывает и шире, наверное, но, в принципе... Не жалуйтесь. На многие вопросы отвечаю. Перед заграницей за вас не должно быть стыдно. Ну, в общем, да, я думаю, что нет. Ну что ж, Владимир, давайте попробуем. Минут впереди, готовы? Да, готов. Поехали! А ездил на лодке в половодье, спасал зайцев. Дед Мазай. Правильно! Аль Пачино. Вот та самая богиня охоты. Артемида. Правильно! Вот вы молодец. А, американская певица, которая пела поздравление президенту. Пу-ду-пу-ду-пу! И платье поднималось у нее вверх. Ну не в этот раз. Пьеха. Да пофигу. Давно это было? Давно, давно, давно. Черно-белый вы ее, скорее всего, знаете. А, это Мерлин Монро. Конечно. Муж певицы Варум. Зараза, вы правильно. Старик Варум. А, блин. Написал музыку для узника, для графа Монте-Кристо. У него мюзикл есть. О, даже я не знаю. Это сложнее. Откуда хотя бы? Ну, это такой наш рок-певец. Он был в шоу «Голос» одним из лидеров команды. Вообще не знаю. Знаете все его. Ну, может быть, по фамилии? Нормально. Да, я в следующий раз попытаюсь. Фамилия Петрашевский, запомните. Слушайте, все. Владимир, ну все равно, 4 быстро. Мы начинаем их догонять. А я им это обещал, и с вашей помощью у меня это получилось. Спасибо. Да, ребят, Мазай Петрашевский. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте, как вас кличут, величают в семье, дома, Александр. Друзья? Александр. Александр. Можно я буду звать Александр вас? Можно даже Александр Александрович. Александр Александрович, извините, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы с вами очень хорошо сыграли. Тогда не засыпай. Нам немножко сложно. Я сейчас дам себе пощечину. Эй, хватит. Все. Оп, я проснулся. Все. Давайте. Все, дали? Ударили себя? Да, да, готово. Все, взяли друг друга в руки. И так вот, таким гуськом. Опа, поехали! Кто это? Покажи. В лесу как вы кричите? Ау! А у вас есть тетушка, а есть... Дядюшка. Дядюшка, ау, кто это? Это мультик. Я правда, не знаю, что такого. Дядюшка, ау, все, достаточно. Все правильно, да. Ночь, улица, фонарь, аптека. Фу, стыдно, не помню. Строительный, из чего дом строят? Брус. Нет. Через что перебрасывали в физике? Да нет. Канатик. Что каратисты делают? Да, каратисты делают. Удар. Прием. Нет, когда вас бьют, а вы защищаетесь. Блок. А зовут как Пушкина? Кто? Александр Александрович Блок. А, ну как вас зовут, извини, Гена Блок. Гена Блок. Футболист зовут так же, как вас, все время промахивается. В «Зените» играет, идиот. Киржаков. Да, да. Футболист. Я просто все эпитеты дал. Изобрел телефон. Да, правильно. Он так звонил, правильно. Ну. Не помню. Это был первый звонок, кстати, повторю. Алло? Александр Александрович, вы гений, спасибо вам большое. Все-таки, когда имя и отчество совпадают, человек становится умнее. Да. Слушайте. Да, Илья Викторович, это правильно. Блин. Слушайте, а Геноблок это надо запомнить. Геноблок с района просто. Ой, алло. Добрый вечер. О, здрасте. О, деловито. Здрасте. Денис меня зовут. Денис? Да. Что-то знакомое. Денис, да? Что-то знакомое. Ну, было раз. Раз было раз, да? Один раз не победитель. Отгадал. Кого ты отгадали? Ну, Алексей, когда мне загадывал, я, по-моему, 8 или 9 прошел. 8? Это вы были? Да, с вами 5. Неплохо. Так, неплохо. Это же Лёхин друг, Лёха ему заранее имена скидывал. Ну что, готовы? Ну, вроде да. Поехали с вами. Господи, американская актриса, пожилая... А, она играла Маргарет Тэтчер в недавнем фильме.
Пожилая актриса американская. И так, так, так. Одна всего. Как называется главная улица в Лас-Вегасе, знаете? Бульвар этот. Не бульвар, это нет, это не в Лос-Анджелесе. Так, что же еще? 911. Вот, стоп, куда вы ходите по выходным, там, где девушки раздеваются? Как это называется? Работа. Вот, вот, как, вот раздеваются у шеста. Стриптиз. Без... Мэрил Стрип. Буф. Молодец, умный парень. Так, аргентинский футболист кокаин все время нюхает с проститутками. Ну, это просто. Маратона. Конечно. Блин. Фу. Зовут его так же, как Медведева. Дмитрий. А фамилия другая. Анатолич. Не-не-не, а фамилия, говорит, другая. Фамилия по названию реки. Меж Непрядвой и... Отличный подсказ. Ну, ладно. Меж Непрядвой и Доном, конечно, я имею в виду. Ну, такая книжка есть, извините. А че? Ладно, ну, спасибо, так. неплохо. Слушайте, неплохо. А мы что-то неплохо. С места в карьер взяли, как бы нам второй раунд играть? Придется иногда. А если кто-то не слышал? Вот в том-то и дело. В том-то и дело. 5-5. Что это за смс? 5-5-3-3 в начале смс-слова «Маяк». Проигравший пусть говорит «Барселона, отстой». Барселона, отстой. Ой, я не проиграл еще. Извините, пожалуйста. Сейчас кто-то проиграет свои зубы. Да-да-да, друзья, 5-5-3-3, присылайте, пожалуйста, свой вариант фанта, который ведущие будут выполнять. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Вадим, город Москва. Вадим из Москвы. Из Москвы? Да-да-да-да. Вадим, Вадим? Вадим, да. Вадимович? Или по-настоящему вас зовут Давгиз? Нет, Вадим Викторович. Парни, хотел сказать пару слов об утреннем шоу. Конечно, с Терешковой вы взорвали мозг. С Терешковой было... Вы не представляете, я в своем окружении ближайшем нашел еще несколько людей, которые не... И это вот непонятно нам почему. Тоже назвали в первый момент Терешкову Маргаритой. И за это мы поняли и официально заявляем, что теперь она Маргарита. Просто ассоциация, скорее всего, с Маргаритой Тереховой. Ну, вот, мы тоже к этому пришли. Там же песня еще была «Маргарита». Где там? Ты помнишь, как эту песню Терешкова пела в космосе. Вот постоянно. Ладно, Вадим, правила я знаю, что вы знаете. Готовы? Да, знаю. Готов, конечно. Поехали. Это полководец древнерусский. Есть такая... Зовут как Медведева, а есть такая река. Полноводный. Да, правильно. Правильно. Блин, это главная героиня секса в большом городе. Прям она не очень симпатичная, но... Ну, правильно. Джессика Паркер. Верно. Она же Леди Винтер в «Трех мушкетерах». Она же графиня де ля Фер. Как ее в фильме звали? Короткое слово. Маргарита Терехова. А роль как звали ее? Есть в старом парке какой-то там пруд. Тихо, не сбивай. Там лебедь живут. Ну, как ее звали? Вот есть... Есть нота до ре. Да. До ре. Фасоль оси. До ре. Вот какая нота идет следующая? Правильно. Я помог, блин. Блин, кто это? Жена Саркози. Опа. Нет, не помню. Хорошо. Ну и ладно. Миледи, можно, конечно. Главное, что вы ноты помните. Слушай, а смотри, как хорошо. До ре. Джентльмен и миледи. А, да, нормально. Да? Молодец. А мы же записываем эталонное объяснение в огромный такой фолиант. Фолиант эталонных объяснений. Очень смешные желания вы нам присылаете. Давайте еще. Давай. Алло, здрасте. Здрасте. Илюха же играет. Как вас зовут? Только что же играл Илюха. Я спал. Почему же опять я-то? То есть опять он-то? Да? Смотри, вот только что Илья играл, где орал про эту штуку. Потом Леха играл. Потом Леха играл, теперь кто? Опять Илья, по-твоему? У нас мало очков. Отлично. Молодцы, хорошо придумали. Спасибо. Просто раз я должен был дать не тебе кепку, а Илюхе, когда я первый начал играть. Что? Что смотришь? Извините, пожалуйста, у нас тут разбор свой. Да. Алло, как вас зовут еще раз? Алло, Гуля. Гуля? Да. Гуль, погромче говори, чтобы мы друг друга хорошо понимали и слышали. Вы не за рулем, Гуль? Нет. Дома? За столом дома. Еще громче. А кто еще за столом? Дома. Я одна. А, это хорошо. Так, хорошо. Хоть не за пустым? Пока да. Пока это... пустой стол. Даже хорошо, правильно. Ничто не будет нас отвлекать. Да, Гуль? Да. Гуль, готовы? За родину. Гуль, о, ты его учишь. Поехали, Света. Блин. Жена Николя Саргази, бывшая итальянская модель, поет что-то, булькает. Бруни. Ты моя умница. А звать как? Так же, как Маркса. Ну, Маркса. Маркса. Карла. Да, правильно. Карла. Карла Маркса. Ой. Вот смотрите, чего у меня нет на голове?
еще в волосы. Правильно. Вот, представляете, если бы было бы много, я бы во что их мог заплетать? Косы. Умничка. А вот если бы я был женщиной, и меня бы звали Длинно, как в русских сказках? Варвара Краса, Длинная Коса. Вот, да, да. Это эталонное объяснение. Вот это было. Но это надо быть Кузичем, чтобы слушайте, так объяснить. Слушайте, вспомните фильм «Назад в будущее», когда к нему, значит, к девушке... Тьфу ты, блин. Вот так кричит. К Майклу Джей Фокс обратилась девушка, увидев на его трусах вышивку фирмы. Она говорит, там, типа... Типа Джорджио, Армани, ну типа, но другая фирма. Да, близко, но близко, но пару букв не те. Очень смешно был, правда, момент, когда она ему сказала. Типа, а что сделал, что меня так зовут? Говорит, я прочитал у тебя на трусах анаграмму. Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы не на Главрадио звонили? Почти. Просто для тех, кто включил и думал, что здесь Главрадио, послушайте. Нет. Нас здесь примерно так же. Ну, тоже интересно. На Калино, по крайней мере. Как вас зовут? Александр. Александр. А отчество? Андреевич. Александр Андреевич. Что тебя смущает уже? Я цепляюсь за человека, я его изучаю всесторонне. Вы же мужчина? Изучаем. Ну, вот видите, я чувствую эти вещи. Ну, давайте играть. Готовы? А Милонов с этим борется, понял? Я слышу, что вы готовы. Все, поехали. Поляков завел в снега и убил там. Это лето было. А, лето? В болото, значит. Поляков в болото завел. Забыл. Как забыл? Зовут так же, как Урганта. Да хватит, что ты лезешь? Дурак. Иван. Да. Имел в виду Иван, дурак. А знаете... Сусанин. Сусами, правильно. А, сейчас сидит в Америке по объявлению в торговле оружием. Русский человек занимается ошо-медитацией. Не знаю, зачем ему это. Чем занимается? Да неважно. Оружием занимался, этого хватило. Да, оружием позанимался и сидит сейчас. Три буквы, фамилия его. Но можно по радио называть. Зовут его как Цоя. Виктор. А фамилия у него как у его жены. Ах ты гаденыш. Как сейчас его... дисквалифицируют тебя. Как у него фамилия? Из-под пива что? Не сдавайте. Ребят, не сдавайте. Крышка. Нет, не сдавайте, что? Ну, крышку я все равно не приму. Нет, нет, буквы нет, названы. Нет. Бут. Он сказал, нормально. Он сказал, что мне сейчас будут звонить люди, называть алфавит. Я нет, буду каждый раз засчитывать. Но он же даже... Виктор Бутылка, ну. Если Виктор Бутылка, отлично, да. Сидит украинец, что ли? Украинец, да, Бутылка. Он пистолет пытался продать. Это другое, просто пластиковый. Ладно, это другая звонит. История, Илюх, ты путаешь. Алло. А был звонок? Все, спасибо. Ой, девушка, это приятно. Фух, дайте я выдохну. Как вас зовут? Наталья. Наталья из? Подольска. Нет, не из Подольска, мальчишки. Я из Ногинского района, из самой лучшей деревни Молдина. Молдина? Из деревни? Молдингова. Да. Молдингова. Молдино. Да, Молдино, извините. Молдинская осень, Наташ, я помню. Наташ, а вы главный знаток на деревне? Нет, не главный. А есть? Можно трубочку отнести главному? У них стационарные телефоны. Я проигрываю просто. Давайте, друзья, а то я не успею, я уж гарантирую. У нас еще полчаса впереди. Ну ладно. Наташ, правила знаете. Я очень быстро и, надеюсь, внятно буду объяснять. Вы также быстро соотносить и отгадывать. Готовы? Готово. Я за село. Поехали. Я не готов. Наш рыжий отвечал за энергетику чиновник. Зовут как Кузичева. Иванушка. Рыжий. А, нет, не так сейчас. Рыжий из Иванушек. Зовут как Кузичева, а фамилия вот такая, знаете, челка на голове, вот у Толи тоже нету. Права какая-нибудь. Нет, как зовут? Рыжий энергетик наш. По-моему, нанотехнологии. Конечно! Чупрова. Рэдбул. Сейчас тренирует Анже, раньше тренировал нашу сборную. Да, га-га-га, есть. Адвокат! Нет, другой, до него. Есть кудесский шок. Га-га-га, есть хотите, да-да-да. Вот это его имя. Да-да-да. А, Гудхидинг! Конечно! Главный герой фильма «Молчание ягнят». Маньячила такая, сидела в тюрьме, к нему женщина ходила. Но он не главный, он второстепенный. Как зовут людей, которые едят других людей? Ганнибал. А фамилия? Не знаю, Иванов. Вот в аудитории стоит, студентам рассказывает. Молодец, Леха. Наташенька, ну неплохо. А я опять подвисаю. Что ж это за такое, да? А ты ничего, сиди, подвисай. Давай пока почитаем...
Куда? 20 секунд. Ну, давай почитаем, ладно. Почитаем. Проигравший. Фантом. Ну, конечно. Проигравший должен 15 минут разговаривать, как Сергей Зверев, и тупо ржать. Спасибо вам большое. Два фанта. А мы чем тут занимаемся с вами целыми днями, а? Тоже мне. Фант они придумали. Добавить. Да. Фант, говорить голосом президента Федерации мигрантов, как вариант правил. Слушайте, это на самом деле, почему нет? Я знаю, что вот такую из чего хорошо получается, если... Давай, давай, вот это вот, ну, отложим на полку предвыборных. Да, мы тебе в голове разъединим все твои аксоны и нейроны. А что ты глаза-то вытрет? Ну, человек говорил с сильным акцентом. Сможешь воспроизвести? Ну, или я, или Илья. Сможем. Никаких оскорблений. Пусть первые 15 минут девочки-редакторы сидят на коленях у победителя, а у поигравших будут течь слюни. То есть еще надо лимон чистить. Подожди, хорошо, ладно, Василий зубной техник. Василий, мне нравится эта идея. А все, у нас новости. Уходим на новости, да. Международная федерация Шрека Ильича Гоголя беспрецедентно приняла решение перевести, то есть отдать этот раунд, который по всем правилам, по всему праву должен был играть я, или если... Я не спорю. Да Международной ладно? Федерации мне? Шрека Ильича. Мне? Да, пожалуйста. Да. Спасибо. Я спасибо вам говорю. Почему-то она посчитала, что значит мы сыграли с тобой по одному Леше лишнему раунду, а Илья правильно якобы не доиграл. А я же тебе это говорил. Ты меня убеждал в обратном. Я предлагаю сейчас Анатолия снять 5 баллов. Да, Международная 6. Федерация Шрека Ильича Гоголя отказывается снимать какие-то баллы. Ну, продолжаем ладно играть. Хорошо, я не мог не попытаться. Спасибо моей семье и Международной Федерации за то, что отдали мне этот приз. Еще один раунд. Алло. Алло. Хороший, алло. Да. Здравствуйте, как вас зовут вас? Как вот? Как вас зовут, кстати? Сергей. Сергей. Сергеевич, да? Нет, Владимирович. Сергей, а у вас, вы знаете, как у кого отчество? И весело засмеялся. Знаете, как у кого отчество у вас? Эй-эй-эй, да сейчас Международная Федерация. Знаете или нет? Выкупят. Знаете? Узнает. Давайте играть, я узнаю, тоже желаю. Да. Слушай, мне кажется, что Сергей будет медленно играть со мной. Ладно, поехали. Ты будешь медленно с ним играть. Да, возможно, объяснения будут сумбурные, но как в древнем Куане, в этом сумбуре вы найдете смысл. Поехали. Сын Сталина. Как? Сын Сталина. Тоже Сталин. Василий? Да, а по матюшке его как? Матюшке. Виссарионович? Нет, я не знаю, фамилия в девичестве у него какая? Иосифович. Да это фамилия у него, у Сталина какая фамилия была? Джугашвили. Ну вот же, Васька Джугашвили. Так, а это как его, я даже не знаю, кто он. Да, помогу. Это какая-то американская шишка. Псих, он во Вьетнаме воевал, все время гадости нам пишет в Твиттере, а мы ему отповедь гневную. Маккейн? Не-а. Нет, это другой. Это я перепутал, извините. Это ты перепутал. Международная федерация добавляет тебе 10 секунд. Так, а что, кто этот человек? Это, знаете, вот говорят, какая-то фигня, а еще по-другому как называется. Китайский поисковик называется, знаете как? Байда. Ну так называется, да, китайский поисковик, между прочим. Нет. Я тоже не знаю, вы знаете... У тебя еще есть 10 секунд. 10 секунд? Международная федерация ее подарила, да. Как у вас дела? Что? Не... Знаете, ну он же вроде вице-президент, нет? Был. Наверное, я даже не знаю, кто это такой. Какой-то американская шишка. Вице-президент, скажите, вот. Американская шишка. Не знаю. Не знаете. Все, 10 секунд исчезло. 47-й ладно, вице-президент США. Бог, да? Вот, вице-президент, я же говорю, да. Нет, а вот теперь Толи и круг пошел нормально. Да? Илья отыграл штрафной раунд. Да, Даша? Да, Сергей Даша. Спасибо. Да, Даша. Да, хорошо. Да, Даша. Ну. Да, Даша. Так, ну что, алло, да? Алло. Здрасте. Здрасте, профилактика. Здрасте, а вас как зовут? Алексей. Очень здравствуйте, приятно. Алексей. Алексей, откуда, если не секрет? Москва. Алексей, играли когда-нибудь нашу игру? Ну или хотя бы представляете правила, смысл? Да. Да? Что да? Играл. Играли? Играли, да. Слушайте, люди в очереди ставят, а вы второй раз звоните. Ну как вам не стыдно, Алексей? Это приятно. Я давно играл. Это хорошо. Ну ладно. Леш, ну чего, попробуем? Мы сегодня, знаете, честно скажу, не то чтобы мы в идеальной форме, великолепный. Но знаете, когда бывает выпьешь немножко, и ты чувствуешь себя блистательно. Ясность мысли невероятна. Открываешь рот и говоришь какую-то черти что, и двигаешься еще лицом об пол все время. Ну, неважно. Вот у нас сейчас такой же. Мы очень ясно соображаем, но плохо говорим. Поехали, Света. Ну это что ж, это постмодернист, так сказать, 60-х годов. Нарисовал банку из-под супа и Мерлин Монро в четырех цветах. Алло. Дали, Пикассо.
Не-не-не-не, ну такой американский художник. Энди Уорхол. Да, конечно. Постмодернист. Поп-арт он придумал. А, нет адъютанта без аксельбанта. Автор этого афоризма. Закончится. Целая книжка афоризмов он издал. Суворов? Нет, афоризмов. Это был такой писатель. Петров, псевдоним... Прутков? Да, конечно. Там несколько писателей было. Так. Умен Алексей-то. Известный ресторатор. У него это самое. Якитория его. Да, конечно. Певица грузинская. Зовут ее так же, как... Яна Гурцкая. Нет, зовут ее так же, как царицу грузинскую. Тамара Гюрцетели. Умничка. Леш, вы суперчеловек. Зачем ты позвонил? Гусляр. Я такой. Гусляр из русских былин. Садко. Правильно. Знаете что? Ассоциация Шрека Ильича Гоголя всего мира протестует сейчас против такой игры. Леш, спасибо вам большое. Вы пока вы лучший игрок, что мне встречался. Леш, подъедьте на маяк, спасибо. Мы проверим вас на допинг на Шрека Ильичевский. Спасибо. Алексей, супер. Зато узнаем, что это. Баночку на охране оставьте. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Константин, Санкт-Петербург. Константин, вы слышали, как сейчас играл Алексей? Да, я даже не знаю, после него... Не струхнул? До свидания, Константин. Чуть-чуть. Ну, сможешь хотя бы так же? Я постараюсь, но вряд ли. Кость, давай верить. Да. Я в тебя, ты в меня, а вдвоем в нашу победу. Давай. Что-то как-то ты не настроен, не оптимистично настроен, друг. Ну, что-то Алексей меня вообще... Выбил из колеи. Меня тоже. А, готов? Да. Давай. А, певица Oops, I Did It Again, американская. Сейчас на лысо еще брилась. Бритни Спирс. Верно. Oops, I Did It Again. А, жил-был один... Домик имел, вы прям как-то вы персонажа называли. Тут странно, согласен. Вот кто это, про кого песня? Жил-был на тата один. А, на тата? Домик имел и холсты. Художник. Из какой песни? Много цветов. Миллион алых роз. Правильно. Пугачёвый. Вот, Илья, мозг. Да, это я загадал. Это актриса черно-белая, вы тоже знаете. Зовут как Полоскова, а температура как сейчас за окном. Фамилия я имею в виду. Ну, главная звезда русского немого кино. Вера. Какая сейчас погода? Не теплая, антоним. Скажи, антоним горячего. Господи, чего ты думаешь? Холодная. Правильно! Легко. Группа «Цветы», по-моему, у него была, как? Этот человек организовал. Или «Песнеры». Цветы. Зовут как... Мы вам точно сказать хотим. Смотрите, не умеет играть Шрек Ильич Гоголь. И Международная федерация Шрека Ильича Гоголя выносит предупреждение Савельеву. Правильно. Да, что? Конечно, правильно. Не надо. Отдайте Савельеву. Чтобы не дразнил парня. И не обижал. Алло. Алло, добрый день. Вот я разве могу кого-то обидеть? Давай, тряпка. Я не могу разговаривать с людьми, которые не отвечают мне. Алло. Алло. Вы меня слушаете в трубку или в ваш радиоприемник? Нет, я вас слушаю в телефон. В телефон, слушайте. Давайте проверим связь. Я говорю раз, вы говорите... Раз. Молодец. Все, раз. Да. Хотя я надеялся на два. Поехали. Да. А, как вас зовут? Давай. Как вас зовут? Слава, отгадали, уже так. Марусю организовал наш гонщик, но он бывший актер, группа «Секрет». На пятом этаже. Пятый этаж. Давайте я спою сейчас. Максим Леонидов. Моя любовь на пятом этаже. Почти где луна. Николай Фоменко. Коля Фоменко, ну же. Ты гей. Гей, а. Это легко. Знаете, вот есть Цельсий, а есть измеряется температура в чем? Кельвинов, Фаренгейтов. Да, Кельвин, а очень маленький по-немецки как будет? Кельвинчик. Маленький Кельвин, как он будет по-немецки? По-немецки маленький. Нет, Кельвин, вы правильно сказали, модельер. Кельвин, модельер, гей, наверное. Кляйник. Кельвин, это маленький кляйник. Ой, это известная актриса... Гатарова зовут так. Молодец. Чулпан Хаматова, не знаю. Чулпан Хаматова, Гатарова. Нет, ну на самом деле актриса известная, я просто сейчас слёту не вспомнил бы, где она снималась. Спасибо вам большое. Неплохо. Спасибо. Я прошу прощения. Опять Лёша играет? А, нет, ладно. Я сейчас убью вас просто. Международная федерация стоит, знаешь, так вот уже сжалась внутренне. Пружиной. Да, извините. Алло. Да. Так, у нас очень мало времени. Как вас зовут? Рустам, готовы? Да, готов. У меня один вопрос. И ответ меня устраивает. Поехали!
Валенки. Кто пел у нас? Не подшиты старенькие валенки. Давайте хором все вместе. Валенки. Батиновой и Тихомира. Тихо. Нет. Ой, стоп, с ума отвлек. Нет. Зовут ее, господи, фамилию у нее. А! Ну давайте, валенки! Нет, тихо, 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 спокойно, спокойно. Егорушка, или как вас там? Давайте. Так, зовут ее так же. Как звали? Валентина. Ну, нет. Но последние три буквы правильно. Да. Ну, Валентина. А первая буква в этих последних трех букв такая же, как предпоследняя в этих трех последних в Валентине. Да что? Ну кто пел валенки? Ну неужели вы не помните, что диска нет дома? Нет. Кассеты. На бобинах только. На бобинах. В гараже. В гараже, нет, не сходится, извините. Но спасибо, это было страшно. Да, ребята. Ну что, спасибо. Еще один раз. Не успеем. Да не, не успеем. Надо прерваться, а потом. Быстро сыграть каждый по раунду. Куда? 3 секунды. Нет, это очень не быстро. Сейчас, не сейчас. А, после, тогда хорошо, после хорошо. Короткой паузы. Успеем еще. Даш, на мне круг заканчивается или на Илье? На Илье. Ну что, давайте не будем затягивать. 7287, алло! Я просто не полный номер. Да, как вас зовут? Алло! Да! Рустам! Рустам откуда? Набережные Челны. Вы только что играли, нет? Нет. Ну ладно. Ну, поверим. Рустам, нет времени на расспросы, давайте играть. Поехали! А, собственно, организатор группы «Цветы» зовут так, как... Борецкого. Как Пьеху, как Борецкого. Он уполномочен заявить... Правильно! А сидит в американской тюрьме за торговлю оружием. Как... Правильно! А, вот Батхит, а его друг мультик американский. Правильно! А главный герой, вернее, ну, маньяк из «Молчания ягнят». Как называют людей? Ганнибал Лектор. Правильно! А, рэпер такой американский. У него вот фамилия, как по-американски «папочка». Дадди. Правильно! Вырубайте его из эфира уже. Придумал телефон. Джингл... Джингл тэнс, джингл тэнс, джингл он the dance. Вот там вот слово пропущено, его фамилия. Прям тупо с английского «звонок». Не получилось! Но это было хорошо, Рустам. А сейчас что? Сейчас я? Сейчас Ксюша. Илья. А, Даша. Илья. А, Рустам, вы подарили мне надежду. Отвратительно вообще что-то все. А и что, и все, сейчас на Илье все заканчивается, да? Нет, это ты еще А играешь. Я опять пролет. Прекрасно, да, смотри. Нет, Илья и ты. На нет, этом заканчивается. Значит, Международная Федерация Шека Ильича Гоголя, возможно, возможно, я не знаю. Но, возможно, и вас изгонят из своих рядов. Ну, я не знаю, это они решают не, там голосовать. Не федерация вообще... нас принимала, не федерация нас себя исторгать. Ну, давайте, ладно, давайте, хорошо, хорошо, давайте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Времени много, давайте разговаривать. Нет у вас никакого времени. Ладно, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Алло, алло, да, здравствуйте, меня зовут Иннокентий. Ну, давайте Кеша, а то мы так только мои будем произносить. Кеша, а вы отобрали телефон у человека? Да, что, сейчас дернули мобилку? Нормальный телефон, давайте. Кеша. Да, я готов. Готов. А отчество у вас как? Леонидович. Кеша Леонидович. Вы знаете, через сито Шрека Ильича прошло все, поэтому там осталось самое сложное. Давайте попробуем. Понеслась. Кто это? Страшное. Начинается, как у Роналда фамилия, как у него? Как Криштиану, а Р, Роналда. Да, вот, не, К, все правильно, на К начинается. Герой древних русских сказок в болоте сидела. Да? Да. Кощей, все. Не, в болоте сидела, страшно. Кикимора, да. Меня просто пугали другими вещами. Кикимору не знал. Известная советская российская актриса. Знаете, она еще снималась вот... Родня.
Не, да, родня, в родня. Я перепутал тогда с Валенкой. Не знаю, давайте еще что-нибудь придумаем. А, еще что-нибудь нельзя. Хорошо, самолет. Самолет у нас большой, самый-самый-самый большой российский самолет. Его зовут как? Нет, да, вот его зовут, он грузовой самолет. Руслан, вот у него фамилия. Нина Русланова. Нина Русланова, все правильно. Нина Русланова. Нина, да, нормально, так пойдет. Пират! Пират, английский пират! Звали его с патентом. Да, ну, фамилия. Чуть-чуть. Международная федерация Шрека Ильича Гоголя завершает этот раунд. Спасибо вам за звонок, до свидания. Кеша, это было гениально. Все, ставь на середину. На этом все. Фу, друзья, это было эмоционально. Второго раунда не будет. Подожди, а успеваем же, нет? Не. А то, что осталось, я себе кладу, нет? Я тебе положу. Международная федерация, ну и так далее. Это было эмоционально. Спасибо всем, кто позвонил. Спасибо всем, кто поучаствовал в выборе Фанта. Осталось съесть финальную песню. И выпить финальный торт. Да. Даш, объяви, результат уже нет. Прям вот сил нет вообще. Никаких сил нету. У нас еще интерактив впереди, ребят. Стоп, а у нас сейчас работает? Да. Интерактив. Я люблю интерактив. Я голос сорвал. Я тоже. Международная федерация Шрека Ильича Гоголя ставит песни на целый следующий час. Давай, Даш, ну чего там у нас? Ну, в общем, то ли 11 баллов. Это много или мало? Это достаточно. Для чего? Для того, чтобы он выиграл у тебя, по крайней мере. Вот, потому что у тебя 9. А у Лёши 17. Подожди, у меня только пальцев. Подожди. А это в совокупности с первым? Нет, нет, это без совокупности. А можешь прибавить? А не надо ничего прибавлять. Слушай, ну это вранье, да. Это, конечно, вранье. Это вранье. У меня только... Сейчас, секунду. Хорошо, тихо. Друзья, давайте, нет. Ребят, все надо по-честному. И проигрывать надо тоже красиво. Сейчас я должен ментально обратиться к Федерации Шрека Ильича Гоголя международной. Сейчас, секунду. А, как вранье? А, Лёш, смотри, значит, тебя сейчас дисквалифицируют на 3 недели пока что. Подожди, Лёх. Ну это просто, это же объективное решение. Мы еще 3 недели будем вдвоем эфир вести, подожди. Нельзя сейчас, и уже немедленно тебя простили. Отменив результаты сегодняшнего матча. Можно я петь продолжу? Даша, откуда мне 17? Чего ты говоришь? Лузеры, ой, да не подшитый, а один старенький. Вот кто сейчас смотрит? Кто сейчас будет видеотрансляцию, мне дали документ, который, естественно, друзья, со всей очевидностью, даже смешно спорить, со всей очевидностью подтверждает, конечно, что я был неправ. Слушай, Даша и Леша, ну смотри, ребят, ну это... Это протокол игры Шрека Ильича Гоголя, это мы федерацию сдавать будем. Нет, правда, это... Лех, мы эту бумагу официально регистрировали. Смотрите, я не могу с этим спорить, конечно, но это правда, да. Нет, на самом деле... Зачеркнуто, все. Я чувствую вранье, потому что вот сколько у меня пальцев на руке? Ну, 10. А как у меня может быть 9 очков? Ну, логично, а? Харамс так загадывал телефон. Я вам рассказывал. У меня все сходится. У меня, в общем, 17 пальцев. Вот у Лёхи же сходится. И у Толи 12 сходится. А у меня не сходится. Очень смешно. Мой телефон 3208. Его очень легко запомнить, говорил он знакомым девушкам. 32 зуба и 8 пальцев. Вот, 3208. Так, что мы будем делать в понедельник? Что ж мы? Давайте, стоп. Не спешим. Выдохнули. Все понятно. Владимир, Вадим, Наталья, Константин, Рустам и все те, кто играл со мной с утра, огромное вам спасибо выражает главный и лучший игрок Федерации Шрека Ильича Гоголя. Друзья, Федерация, Международная Федерация Шрека Ильича Гоголя, еще вот на что обращаю ваше внимание. Сегодняшняя игра была не только игра в широком смысле, в расширительном, и утренняя, и вечерняя, она еще была очень примечательна. Ну, во-первых, оказалось, что Терешкова зовут Маргарита. Это было забавно. А Нонну Мордюкова зовут Русланова. Да. Через Валенку. Она пела Валенку. Она играла в фильме «Родня». Кстати, о Валенке пела Лидия Русланова. У меня что-то замыкание произошло. Лидия Русланова, конечно. Вот. Ну, если бы вы угадали, дорогие друзья, когда мы вам пели прекрасно хотя бы фамилию, ушими мы как-нибудь бы с вами справились. Илья бы справился. Ему сказали Оля, он сказал Нина и сказал правильно. Илья сказал Маргарита, а ему ответили Терешкова. Знаешь, нормально. Все нормально. Я ментально связываюсь напрямую с людьми. Так, Фаш, Таш, Маша, Таша, Каша, Даша, 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 Даша. Я вспомнил. Даша, ты выбрал Фант, то, что будут делать мальчики. Люди, которые побеждают в этой игре, и так и быть, снисходительно выполняют Фанты. Очень долго выбирала и выбрала. Так. Один из вас будет говорить в стиле Родзинского, а второй в стиле Жириновского. А кто кого? А вот давай кто с тобой, Леш, решим. Жириновский победит. Попробуй Родзинского. Как ты считаешь? Как Родзинский говорит? И тогда Ленин в лес на броневик! Давай ты сделаешь. В лес на броневик? Хорошо, я попробую. Толя, а ну давай попробуй ты Родзинского. Родзинского? Да. И тогда Ленин в лес на броневик! Ну вылитый же Родзинский. И так... Нет, я так не могу, ладно. А ты не зажимая делаешь? Нет. Попробуй зажать.
там вот? Ля минор. И тогда Ленин влез на броневик. Ну, тоже хороший родитель получается. Ну, слушай, я сейчас отожму. И тогда Ленин влез. Стоп. Ух ты. Надо Жириновского попробовать. Ух ты. Давай Жириновского. Нету времени пробовать Жириновского. Пробуй, негодяй. У, так ты Жириновский, типикал. А я могу. Все, я знаю, где зажимать. Понедельник, до 15 минуты. Даже если мы будем звонить экспертам, Толя будет говорить голосом Радзинского, а Илья голосом Жириновского. А мы вернемся. Через 6... остаток сил. Через 8. Тихо, спокойно. Да. Мы же все-таки радио. До сих пор все еще. И несмотря ни на что, мы радио, друзья. Федеральное. До встречи.